потому что в следующие несколько недель будут опять же занятыми. Ух ты, ух ты, у нас что-то интересное происходит. Это у нас премьера землетрясения в прямом эфире. Аша Сипари. Да, я надеюсь, это какое-то хорошее предзнаменование на самом деле. Госпожа президент, я вас благодарю за беседу, за такой необычный конец. Необычный конец, да. Да, спасибо вам огромное.